Всем привет! Сегодняшний вопрос дня гурманский. Почему трюфели такие дорогие? Трудно себе представить, но за килограмм этих грибов просят 800-900 евро, иногда и больше. Недаром трюфели прозвали черным бриллиантом. Так от чего такие кусачие расценки? Ну, во-первых, трюфели ценятся за уникальный мощный вкус и аромат. Во-вторых, они редки и растут не везде. Ну и в-третьих, их очень непросто отыскать. Эти небольшие по размеру грибы растут на глубине в несколько десятков сантиметров и ищут их либо со свиньей, либо со специально обученной собакой с очень тонким нюхом. Надеюсь, мои видеозаметки позволяют вам лучше узнать Францию и этих странных французов. Вопросы и предложения тем с удовольствием прочту в комментариях. Пока!